Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру Elite Dangerous. В прошлой серии мы начали, точнее, взяли два задания, и одно я сделал, а второе, ну, у меня не получилось. У меня украли черный ящик, и мне вот сегодня написали, что задание провалено, и у нас немножко упала репутация у сверхдержавы Федерации. Да, было, видом показано, блин, мышкой не могу показать, ну ладно. Что там в минус у нас шло. Ну ладно. Зато ранг 3%. Хрен с ним. За кадром я, кстати, еще слетал. Слетал на выполнил одно задание, убил пирата. И за это мне дали где-то 60 тысяч кредитов, что ли. Ну да, теперь 72. И, кстати, вот после модернизации корабля намного стало проще летать. Он стал маневреннее немножко и дальше прыгать. Приложим ту же самую систему Styx, которую мы в прошлой серии раза по три прыжка надо было сделать, чтобы туда попасть. Вот, и теперь, а теперь можно все это за один прыжок совершить. Давайте смотри, какие есть подходящие миссии. Я, конечно... Так... уничтожение цели. Сразу, блин, такое задание вылезло. Ну, блин, далеко лететь, конечно. Смотрите, в принципе, мы можем это сделать. Нет, давайте посмотрим, что еще есть. Конечно, будем больше придерживаться Федерации. Если бы это была Федерация, то, может быть, можно было взяться за задание. Так, ну, это, типа... обычное курьерское задание, и оно мало стоит. Да. Спасение груза с поверхности. Чего? Блин, опять мало денег. Надо, друзья, кстати, валить отсюда. Я немножко напрягаю то, что постоянно приземляться на эту планету надо, чтобы на базу садиться. Давайте, наверное... Вот я вроде хотел на... Эронин, система полететь, и там выполнять задания. Вот так вот, есть что-нибудь туда? Есть Аулин. Рекомендуемый ранг агент. Да? Серьезно? А что ж вы так мало платите агентам? Аулин, Аулин, Даха. А, давайте посмотрим, что тут есть. Можно, в принципе, и в Стикс полететь. Вот, и ранен есть. А, ну тут, конечно, нет, я такое точно не возьму. Вот самогон, кстати, у нас есть. Система LHS. И, в принципе, мы можем за один прыжок туда прыгнуть. Блин, ну, дело в том, что нам придется опять на эту планету возвратиться. Хреновенько. Ладно, возьмем тогда тут задание. Как раз, да, это Федерация еще. Отлично, просто... Так, конечно, тут пишет, что рекомендуемый ранг новичок, ну, пофиг, берем. Давайте сразу выделим. Я думаю, мы за один прыжок что-то сделаем. Так, берем, принимаем задание, так, и LHS какой там? Блин, я уже потерял. Посмотрим просто, нет ли там еще в эту систему какое-нибудь задание. Походу ни хрена нету. Надо опять черный ящик. Нет. Нет, 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 нет. Ладно. Панель миссии. Блин, тут, конечно, у меня миссия. Блин, ну я не знаю. И опять-таки тоже... А, нет, подождите. LHS, а у нас... Так, вот это ж надо брать. А, у меня же тут награда есть за убитого пирата. Сейчас мы ее тоже получим. Так, 2884. А тут... Не, нет, не туда. Так, давайте получим награду за убитого пирата.
Это у нас получается здесь, наверное, в державу. Нет? Не здесь. Властей. Да, награда за поимку. Получили мы еще. Теперь у нас 84 тысячи. Нормально. Я сейчас думаю, пока что вроде корабль я протюнинговал немножко на маневренность и прыжок. Ну, кроме вооружения, конечно. И теперь я думаю, можно собирать деньги на кобру. Ладно, взлетаем. О, мы можем, наверное, сейчас прям тут и прыгнуть. Сейчас гравитация. Все. Если ошибаюсь, у нас на пустом корабле можно прыгать почти в 10 световых лет. Так, что там за задание? Течи. Ну и ладно. Ага. Так. Сканирование завершено. Объект с целью Конти. Конти, значит, да? На планете. Давайте посмотрим, где именно. Блин, а тут много чего на планете. Тут, ну тут, скорее всего, металлы. Так, а где это? Конти, Конти. Ладно. Выход. Так, выделим. Так, давайте тягу на максимум. Интересное задание, самогон надо спасти. Что-то я не обратил внимания стоимость задания. Стой, 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 стой. Нормально. Успели. Не обратил внимания, сколько стоит задание. Ну, по крайней мере, у нас увеличится опять репутация. Влияние у сверхдержавы Федерация. Так, надо еще найти этот самогон, просканировать поверхность планеты, когда будем приземляться. Блин, пожалуйста, только... Что за... Только маяков тут. Лишь бы солнечная сторона была, это трудно приземляться. Там, где тень. Конти. Планета называется Конти. Да, к ним мы сбрасываем скорость. Сейчас мы немножко приблизимся, и у нас появятся новые маячки. Так, вот они появились. Можно, в принципе, пока остановиться. Так. Думаю, проще это будет сделать вот так. Да. Тайный склад припасов. Ну, скорее всего, друзья, тут у нас придется пострелять. Скорее всего, место это будет защищенное. Блин, опять все-таки мы в теневую сторону летим. Тихо, тихо, нам еще на ту сторону планеты. Да.
Ну ничего. Блин, вообще ни хрена не видно. А, нет, уже нормально. Блин, даже и горизонта не видно. Так темно. Слава богу, хоть высоту пишет. 110 километров, 100. Офигеть, гравитация вообще 0,16G. То есть вообще маленькая очень. Километров высота, а нам что-то еще лететь, еще 300. Опс, маячок что-то. Блин, рано сходим с орбиты, ё-моё. Блин. Вот это я не люблю, когда маячок. Зачем нам туда, я не пойму. А, ускориться надо. Нет, я хочу сюда. Блин, обязательно что ли надо курс поменять? Блин, долбанный гипердвигатель, или как там его назвать. 300 километров я буду охранять, сколько лететь. Давайте. Почему я не могу просто полететь прямо? Я ж не сильно наклонился. Так. Во, полет по орбите. Да, друзья, я в шоке вообще. Может, надо вообще в космос улететь и обратно прилететь? Блин, пришлось так и сделать. Так, ну давай, наверное, тормози уже, 16 километров. Блин, вот это... Ты еще перемещаешься, конечно, вообще, просто обалденно. Охренеть, вообще. Ну блин, ну почему всегда вот, я вот зачастую всегда, мне вообще, наверное, не везет... Все время в теневую сторону планеты приземляюсь я. Редко бывает, когда на солнечную сторону приземляться. Да. Так, куда он делся, маячок? Так, стой. Главное тут вовремя остановиться, а то так и... А, все, я прилетел, оказывается. Хорошо, что у планеты низкая гравитация. Так, включу свет. Так, ну да, тут будут по-любому дроны или прочая нечисть.
Так, а ну-ка, давайте. Давайте ниже. Что-то какой-то слабенький свет моего корабля. Так, я интересно, я жму кнопочку приземлиться, а... Ладно. Так, все, я увидел землю наконец-таки. Так, странно, что никого нет. Я вижу, уже самогон валяется. Но мы, конечно же, поедем на нашем багги ТРП. Все, приземляйся давай. Так, выбираем наш ТРП, развернуть. Так, включим из... Да я же понял, тут свет включим. Давайте сразу же выделим этот самогон. Контакты, вот он. Все, выделили, можно, в принципе. Вон он, так, ковш тоже выдвигаем, чтобы... Странно, что объекты без охраны. Ну, хотя, в принципе, рано еще это говорить, мы сейчас еще больше при подъеду, они повылетают дроны. Да, вижу, вот красная зона, походу сейчас начнется веселье. Ой, блин, нифига у вас много, давайте сейчас самогончик возьмем. По-быстрому. Так, выделяй цель ты. Так, я не пойму, почему у меня не наводит. Блин, да вы отстаньте от меня уже. Так, у меня уже. Давайте на вас валить, потому что щиты. Блин, 50% целостности. Ладно, сейчас я сяду на корабль и покажу вам. Еще и корабль атакует. Твари, сейчас, подождите-ка. Тут что ж, блин, надо встать в определенную точку. Теперь я в розыске. Ну ничего страшного. Да, теперь понимаю, почему задание нужно было. Тут рейтинг немножко повыше. И я не успокоюсь теперь. Давайте, ребятки, по одному. Не понял. Почему не выбирается цель? Странно вообще.
Так, один готов. Я сейчас вам всем поотомщу. Я понимаю, что я украл у вас самогон, но... Пацаны, это ж не дело. Самогоном надо делиться. Ну... Почему я не могу... А, вот. Так, ну три штуки еще осталось. Сейчас... Или два. Тут уже дохло валяется. Или ну их нафиг. Нет. В принципе, это один остался, ну или пускай он. Пускай он тут и будет. Так, а что там у нас за контакт еще? Самогон. Так, у нас же самогон на борту, если так понимаю, да? Да. Ну все, тогда вылетаем отсюда. Хреново. Я хотел тут миссию выполнять, а теперь я тут в розыске. Ну ладно, вылетаем пока отсюда. Или... Что такое? Предупреждение об опасности, командир. Произошла утечка данных о вашем задании. Местные пиратские группировки заинтересовались вашим передвижением. Ага. Короче... Можно, в принципе, сейчас напасть на пирата. Цель Оливер. Какой-то там Оливер, если что. Ну хорошо. Хорошо. Посмотрим, что там за такой крутой пират. Ну давай. Вырывайся с гравитации. Ой, блин, надо убрать. Где наш? Ага, Селус Примус. Так, а странно, почему я тут в розыске не числюсь, я не знаю. Да, вот, есть нарушение за меня. А, не, подождите, это я. То есть мне дадут. А я думал, это штраф наложен. Ну ладно, прыгаем. Все, друзья, просто сейчас выполняем это задание для Федерации и летим либо в Эронин, либо Айбутис, или как там. Высокий уровень безопасности. Незаконный груз у меня. Ничего страшного. У нас корабль что, немножко маневреннее стал. Уйти мы, если что, сможем. Или буду ли я вообще уходить? Блин, опять на планету. Мне пришлось издалека лететь за твоим грузом. Так что даже не думай сбежать. Смотри, этот Оливер нам уже пишет. Один новый контакт. Сейчас она будет отлавливать нас. Да. Точно. Я вот это задание точно, друзья, не провалю, ну нафиг. Оливер за мной охотится. Я просто не знаю, что у него за корабль. Если, конечно же, он меня сейчас выведет из этого режима гиперкрейсерового.
то придется с ним драться. Не, мы должны уйти. Ушел от перехвата, да. Я сбился с курса. Вот так, я в прошлой серии, не знаю, как-то у меня багануло, или игра, не знаю, что, у меня вообще черный экран сделался. Когда я призашел, я уже был подбитый. Странно. Фух, слава богу, мы от этого Оливера ушли. Хотя в следующий раз, когда у меня будет более-менее нормальный корабль, я обязательно повоюю, короче. Так, мы везем незаконный груз, он написано. И вот стопудов сейчас опять надо будет приземляться на несолнечную сторону планеты. У меня почему-то так не везет. Хотя нет, на Бейкерс Проспект тут у нас... Мы же от солнца летим, получается. Блин, что ж я все звезды солнца называю? Ведь только у нас в солнечной системе звезда по имени солнце. Ну да. В пунктирной линии это получается за планетой. Прям что-то мне не везет. Сейчас попробуем по орбите полететь. Не везет мне на то, что я постоянно приземляюсь на планеты и на несолнечную сторону. Так, ага, сейчас высота появилась. Странно, обычно когда от солнца лечу, я все время, ну, прилетаю нормально. Не, за планетой находится база. Вот. Нолик, это у нас по орбите, мы просто сейчас будем лететь. Теперь главное... Нет, еще надо лететь. Так, что там не появилось? Нет, еще надо. Так, ну почти уже. Блин, обзор этого корабля немножко плохо, что мы не видим, сколько нам... Нет, еще чуть-чуть. Еще мегаметры. Что там? О, стой. Все. Вот он, наш кратер с базой. Ну, почти солнечная сторона. Да, нормально. А какой может быть удар? Тут предупреждает, что у меня сейчас будет удар. Надо будет сейчас починить наш маленький передвижной механизм. ТРП. Почему удар? Нормальная скорость. Может, просто угол такой у меня... Надеюсь, тут меня никто не будет перехватывать. У меня же написано, что незаконный груз. Аж что-то жутко стало, когда начал так пикировать в сторону Земли. Так, давайте стыкуемся. Площадка номер один. Да все. Наконец-таки мы полетели.
Давайте заканчиваем задание. Кстати, сколько нам дают? 75 тысяч, нормально. Единственное, что мы можем еще такую награду взять. Исключительно зашифрованные данные об излучении. Но мне пока что это сейчас точно не нужно. Кобальт. Ну. Короче, нет, берем деньги. Так, отлично. И у нас, по идее, должна репутация еще лучше чуть-чуть стать. Да, 1%. Ранг у нас постепенно растет. Это очень хорошо. Ладно, мы летим, короче, мы либо воронин, либо куда-нибудь в ту степь. Или Айбутис. Посмотрим сейчас, какие есть задания. Там, ну, блин, вот это 850 тысяч кредитов. Короче, ну это серьезное задание. Я точно сейчас за него браться не буду, так. Нам нужно только курьерское задание, чтобы отвезти. И все. В эту систему. Пока что я... Ну, в принципе, можно в Даху. Ну, 12 тысяч, конечно, это вообще смешно. Вот. Ну, Айбутис, 8... Так, пират. Нет. Так, а ты? Освободите. Нет, такого сейчас не будем. Нам только курьерское сейчас задание. 120 тысяч. Серьезно? А куда лететь-то надо? А, мы не можем принять задание из-за низкой репутации. Да, вот. Но это все равно было прикольно. Так, Стикс. Везде самогона требует, просят. Так, ну, что ты скажешь еще? Черный ящик. Нет. Люди, один самогон, прям все самогон хотят. Вот эти еще неплохие задания. Отключить электросеть цели поселения. Ой, друзья, честно не знаю. Ну-ка, давайте галактику откроем. Так. Ну, я думаю, все-таки Пиранин. Вот это что за отметка, не пойму. Ну, какая-то звезда. Что-то такое. Ладно, может потом узнаем. Блин, я даже не знаю. Ладно, где тут была полететь на Айбутис хотя бы или Ранин? Не, это точно не буду выполнять. Сирия? А нет, не то. Вот. 17 тысяч. Просто перевести и все. Да? Да. Да, все, летим туда. Забыли самое главное сделать. Заправиться в любом случае. И что за краска? Топ на хранилище. Припасы починить. Ну, я так понимаю, наш этот транспортик починен. Все, уходим. Давайте сразу. А, о, у нас еще деньги надо получить за сбитые турели. Итак, друзья, у нас 160 тысяч. Я думаю, еще парочку заданий. Если еще серии, мы по-любому уже будем покупать кобру. Блин, ну хочется, конечно, взять кобру и тоже прокачать немножко ее. Она голая кобра.
Как-то не очень интересно. Так, давайте сразу маячок. Почему? А, обзор системы, то есть. Нифига себе, три солнца. Так, а что-то в этом айбутисе всего-навсего два терминала, а вот один. И какой-то дустбол. Кстати, мы тут еще не были. Планеты, я так понимаю, необитаемые. То есть, газовые гиганты, конечно, на них нельзя приземлиться. Кроме вот этого. А, землеподобная планета. Нет, тут никуда нельзя. Короче, нам надо лететь сюда. Так, слышу вас отлично, я в воздухе, начинаю патрулирование, мне говорят. Все, запускаемся. А че, мы вниз поехали? А, нас разворачивает. Так, блин, затенена у нас цель. Ладно, тогда просто улетаем. А что у нас там выделено? А, все. Так, летим мы, короче, в Айбутис. Айбутис, где у нас? Вон он. Покидаем родной дом. Ну, как родной дом, но родная планета, которая... С чего все начиналось. Сейчас немножко взлетим и прям туда прыгнем. Давай, разгоняйся ты. Я думаю, что можно. Наверное. Ну, не знаю, получится ли прыгнуть вот так. Лишь бы сейчас с орбиты не вошли опять в гравитационное поле. Хотел сказать, с Земли. Нормально. Улетели пулей. Что ж такое это? Временный бонус, смотрите. Эти данные принесут вам больше пользы, если вы доставите их, короче, раньше срока. Доставят на станцию... Короче, Драконикс клан этот какой-то. Где он? Ну, а вот наша цель-то вот, в принципе. Да, на это же космопорт, походу. Ой-ой-ой, не сюда. Так, мы там не пролетели. Ого, 20 тысяч световых секунд. Давайте все на двигатель. Тяга на максимум, конечно, блин. Долго мне придется полететь, но для вас, друзья, конечно, все это будет быстро. Прям, я бы так сказал, молниеносно. Но, буквально одним щелчком. Щелк. Ну вот и все, в принципе, друзья, мы уже почти прилетели. 11 световых секунд. Так, тут какая-то планета еще рядом. А у нас какой-то порт. Вот, кстати, такие порты, и, блин, я немножко путаюсь, куда залетать. А, ну тут же два газовых гиганта, я по карте смотрел.
Блин, ну давай ты уже быстрее, ё-моё, уже тут осталось какие-то жалкие 0,40 световых секунд. Все, блин, наверное, за планетой, блин, своей гравитацией. Блин, как, вот как мы могли пролететь, я хрен пойму. Все. Вот ищи теперь этот первую посадочную платформу. Хотя, в принципе, надеюсь, она горит. Тут, блин, никак нельзя посмотреть. Ну, не пойму. Блин, циферка прям скрылась от меня. Да, 0201. Только мы задом наперед подлетели. О, это как раз эта станция принадлежит Федерации. Так, сразу чинимся, заправляемся. Так, завершаем миссию. Ну что, у нас 180 тысяч. Нормально. Я думаю, друзья, на этом пора закончить. Я, наверное, за кадром немножко еще подформлю денег, чтобы в следующей серии уже купить кобру и заняться ее модернизацией. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.